Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Я все в кабеле, тут какая-то выставка гидро, эко-тревожности, все такое. Поснимаю, что там интересного, а может там ничего интересного нет. Билан, нет. Все. Вот такая красивая желтая лестница. А вот и гидро. Симуляция или симулякры? То, что нас ждет в будущем, нельзя не насладиться. Какие-то штучки, что-то бегает тут. Памятка, типа, какие волны последствий запускают любое наше действие, и как это все вредит экологии, климат меняется и все такое. Но мне кажется, что это полная ерунда. Что можно сказать, пакетная штука, кайф, остальное все навело такую техногенную тоску, что хочется в лес поехать, а в общем-то это мы сейчас и сделаем, на болото прям. Ну вот мы и приехали сюда, в суперлес, в Рощино, для того, чтобы поснимать на болоте прекрасных девиц и Серегу. Ну вот, спустя километры пути мы наконец добрались до места, в которое так долго собирались. Это вот такие вот болота, ребята. Вот столько барахла взял с собой. Малютки. Пока не поздно, езжайте все в лес, иначе будет поздно. Ну вы поняли. Пока. Но можно потом.